Ganzer Vergang? Mir. Ja, der wird nicht so gesehen. Als Master Schaum, Pekun, Banka, Mikdamotschön, Mikdamotschön, Zabotan ist als Gäste, Emily, weil mir hier ist der Motschön. Als ein Engels, den wir haben, ich mit dieser Kinder, was ich gesehen habe, ich bin mit mir bei der Kinder. И диктатурен тиша, якар, там и сюда тиша, якар, пэнт хэслитарна, я пахум это хэзарна. Алла-вай, бай, вот куда рыбай, алла-вай, бай, эми ча, дэска канич, бай. Бэй хай азгэс пэса, хэлэса, я хэлэс кумна, эми ча, раси я зарабахче. Скажи, что я карабахец. Я тоже брат моя. На, и ча, саны кэт. На каждом конце саду, да бункинец мы малин талам, нас ты сам все халапалам. Гриша, кнел каранас? Да. Ануна тазганна творти вес? Гриша, сиян, мазакет ксен вангюр. Да, ес ватин сиян, сектембер иннем цвэл. Это Гриша Асарян из Мартакерцкого района Арцаха, села Ванг. А. Он 60-го года рождения, 9 сентября. Сентября родился. Ду эс патеразми жаманак, вот эс ревонцаск свели крампакоцумнера. Эс эс патеразми сам эс аканитая, эс дехцумелем, мецацелем, спитакдюнем дех, сьекретинкокен, манем гарис техмиш, миш терем. Дерьте вы, вас он тае дерем, вас он ек тае ган. Он родился там, в селе Ванг. Ганджа Шо. Никогда оттуда не выезжал. Он работал у монастыря Ганджасар на коне, на белом коне. У него шоу было с флагами Арцаха и Армении. Он пел и занимал всех туристов. А из Гонск свец, эс Рамбакоцумам, Ситасны и Нинуксаны. Я спрашиваю, как начались эти взрывы? Меня камец скусается на бокоте. Мы самые на 9-10 км. И на самые. А. Гюрева, каракетин, тихо не сказал. Инка, махаца, чайки, биловой стан, дихима, да менге на байсуму. Значит, ранение получил Иерей Хованес, который раньше в Дадиванке служил, потом в Ганджасар перешел. Дадиванк в 2020 году перешел под оккупацию азербайджанских войск. И когда вот 19 числа стали стрелять, он ранение получил. Еще двое были убиты гражданские. Гиджин, я кое-кем махаться. Он точно не знает, двое умерли. Я кое-кем махаться. Он говорит, что там мальчик еще был. Это хан вон вирабура это. Хотя мы такая выявляем, что где-то мы не такая, но я кое-кем. Я кое-кем махаться. Вот. Кхпумен, кракумен, ченкаган, ехек, вахмен, цуцумен, а, это, екует, это... Не было понятно, что происходит. Дети кричали, женщины кричали, мы бежали. Кхпумен. Табе терез, степанекет, все в Рамбакоте. Не понимали, откуда стреляют. А, а. И со стороны Степанакерта тоже они чувствовали, что откуда тоже стреляют. Вот свой кажется, что слово патеразмом, и песе, и жаманек. Он говорит, что в 2020 году не так даже было, хуже сейчас было, чем в 2020 во время 44-дневной войны. Из этого он сгнался, он спахал. Ереханелин Банехал? Да, с этим было дусекик, экуэш. У вас это? Мы рековаясь бана. Цельгюхи рековаясь? А, было с этим дусекик. Ченка, тук уже якацовикаре.
Морской камень. Вон морской. Не километр, он говорит, турки это азербайджанцы, потому что с турецкими военными, поэтому их называют турками. Они подошли к морскому камню, это прямо Патавели, села. Патавели. И поэтому, да, сельская администрация сказала, нам вот не эвакуировать детей и женщин. Людей. Всех людей эвакуируют. Как можете, так и уезжайте быстро, потому что мы окружены солдатами, которые стреляли со всех сторон. Он говорит, и снизу, где мост был, к Алзасару, когда едешь, и со всех сторон. Эти страны тоже... Даже вышмыш поисок чем. Здесь далее. Я не люблю этих вещей. Вот там он чейра, Эрик Митра, вот там он. Мы каякаем с тех, что напали в Ахурбанов зор. Камазы хокин хисун хокиенг. Вот чека, вот мы вот там карнец. Энкан гуржа, бана, ченка, вот мы камень хопума, стен. Было очень холодно, ничего не смогли одеть, нормальную одежду. Искишь мекина велина? Камазу гухин. Камаз был, камаз. Ну, когда вычесть. Да, камаз. Ну, мы, ну, когда вычесть, они по поку ехали, зов, ничего, с поку ехали, камазу, камень, пума, где стен, малый лачмен. Мы взрослые, но когда маленькие дети... Малый лачмен, а. У меня есть кадры, где они в КамАЗе, он позвонил, я потому что, когда узнала, позвонила, началась стрельба, они стали кричать. Я их потеряла, потом они, да, по дороге смог он позвонить, сказать, что они живы, он и дети. Они потерялись, многие потерялись. Кани мать уша тапетин, это джуацит, не мать цек кцец, цек пьяна кухол. В чем пара, бадать, где как все друзья, ма, не куда. Так как они 9 месяцев были полуголодные, у них не было хлеба, многие падали в обморок. Одна женщина кусала свои руки, чтобы не упасть, и мальчика. Чтобы они не упадали в обморок, потому что у них не было ни лекарств, ни воды. Очень многие больные были, потому что те, которые могли нам помочь обороняться, их не было. Там были старики, женщины, дети. Если баня манем, вот с банаем, все здравим, с банин, вот и мать банан, уша тапума, вот у пахума. Я ногу подставлял, чтобы те, которые падали, вот банчика не покие ханин, врачингни. Потому что в этой машине очень много людей было. Врачмен банан на нем. Просто мать пахи, вот банан. Степанакет, камни жанум хасак. Степанакет, мин отжамы мнацинг, степанакет и цуизга. Восемь часов они ехали до бывшей Хесамиропетрахмане. В Степанакерте была военная база, называлась ЦОР. И они туда ехали, чтобы кто-то им помочь. Там они прождали, из кетов гнали.
Шли к этому полку ЦОР, там тоже стреляют. Шли к русским, там говорят, не знают, что делать. Миканюец, это у вас индусинка есть. Потом они на улице. Ченкалака. Камерек выкишерил нас. Это та дырем у нас. Че-че. Вот это слово. Камази меча. Камази ереку. 3 дня они на улице стояли. Ничего не было кушать. Краком хачка, живот у вас там. Гнаци. Степана Кальмерти тоже хлеба не было. Вышман, чем ты вы хочешь. Мы 3 дня ничего не ели, и с этого вот как в Турис. Это вышма сова цау, я как тенц банчка. Чеджана пани туркери каннацрели. Банча хосе. Он говорит, что их не остановили. Печенье бан хуясвецин, печенье бан хуясвецин. Даже печенье дали, тут вы есть чего цвети, а сет инчего гнем. Взрослые не взяли, но дети взяли. Потому что они голубые. А сет бас из ченка пыль, если не часим, ченка пыль из. Просто банали. Вот это хие гоним, если за гоним ки. Он говорит, только посмотрели, что это дети и женщины, спросили, куда едете. Я бы сейчас. Куинчи говорит, как оно? А с махие гоним, а с махие гоним. А спросили, почему вы уезжаете? Гоним. Ну, говорит, мы просто отвечали, уезжаем, все, потому что что-либо объяснять при стрельбе, это абсурд. И Горисум, инчкана из Фасе. Горисум, мин... Через 3 дня только доехали до... Горисум, гнатин к бан, ноембриан. Горисум, я как спасе, а сейчас только там, ракачин, ноембриан, михисин к... Сначала он ждал в Хингжамов, Хингжамов, ракачин, ноембриан. Он потерял потом тоже, говорит, не знаю. Не знаем, сестра не знаем где. И сестра не знаем где. Не знаем, Есть миянаком, а сам миянаком. Потом, это как бананы, чем пастцем. Я не успеваю, я прошу его. Он сказал, что после Кориса ему предложили в ноембере угнаться. Ноембер, это дыр банай, саман из пахенк нос гнак, саман из... Там граница, я не согласен. Я сбежал. От войны, чем они меня повезли в зону войны. Но имперяне тоже стреляют, я не хочу больше. Хингжам гонумес, самый мод. Да, 5 часов ехать до границы. Гои садер екаем, Ереван, не чанапай. Хингжам... А ты Ереванов берец кез? Ереван екаем досырмем насе. Он говорит, я сам приехал. Досырмем насе, техчка, канера. На улице кто мог вез? Незнакомые люди везли. Че тох чентуве, вышмек техчитуве. И нигде мне не скамекинем кнет, скамекинем кнет банал. На скамейке жил. Ну, он половину уже арцахский диалект, но мешает русские слова. Нету. Ничего нету. И скасняй хацану, тэвих? Хацану трака, асад Гриша джан. Я тут один знакомый был, который был в монастыре, видел, что я знаменитость арцахская.
И предложил, говорит, я Ламата. Баранта не имею, но ты можешь здесь жить. Ламата, баримата. Бесплатно, да? Ха-ха. Из Зухаранка. Вот там туалет у него есть, так кушать, хез утелика. Окон меня меньше, а мне баненем. Шунхакай. Но дучи гидес инчали не люковет. Че, че, я не знаю, что со мной будет. Я спросил, ты знаешь, что с тобой будет? Он говорит, я не знаю. Кавасян она как бы. У меня уже здоровье нету, мы по дороге. Хивандем, пата хивандем, банем. Макака не валит. Он с детства и валит. Инчи валит отсюда, я хочу. Бана. Макака не валит, а мужчина, каем глухо с бана. У него с головой не в порядке. Машина, кэм. Паспорт. Машина? А, механизм, кэм. Паспорт ищет. А, сейчас мы... Нигде. Это я. То есть у него вот такая безвысходная ситуация? Тан аминьинчи дики, котобан чокото мэгэ бане. Я собирал себе, я все потерял. То, что я зарабатывал, это... Он сказал, что он там родился в Анке. Что-то еще? Вопросы какие-то еще есть? У меня такой, мы говорили, машина там, если он берет, если он знает Азербайджан и стирал на люди, да, он уже говорил. Он уже сказал, что они не понимали откуда, да. Потому что со всех сторон, даже со Степанакерта. Это означает, что азербайджанские войска уже были в Степанакерте. Уже Ганджасаймен, а мы ничего. Да. Мы бани хачу. А если Харцима Карова, а сэс инч зэнковэй краку? Тук. Да. Я тебе сделаю зинк. Я не понимаю, но это разное оружие были. Банеш, Гюри говорит, снаряды хипетин. Снаряды были. А, а мы делаем. Но какие снаряды, он говорит, не знаю, это тяжелое оружие. Механики я метил с газ. Гюри еще не цунели на бане. Это он еще вот там банеш. А сколько? Он рассказывает, что священник Тельбо Банеск. Когда убрали, именно туда стреляли. Иск Екегенцу врали, хапе. Да, уже с якава кандацин, хашка и бани, локаньми. Он говорит, на хачка стреляли. Эсэ. Дзем Канзасар монастырь. Пянич. И говорит, я предполагаю, что даже церковь пострадала. Вот, я. Гезманасинен кандюм бана, ну, инак чуйнаю. Стреляли и на кладбище тоже, а там есть древние хачкары и надгробия. Котратмен, че нам, хангиз бан котратмен. Ну я не понимаю, почему именно стреляли в дом священника. Мекем маскарсен ехаем с панел, панел. Мачкалашене. Шуши кокин. Бан сос вакокин. Где, Сос вакокин. Монастырь, где писали армянские буквы. Сейчас... Амарас. А, Амарас и Кокин. Рядом с Амарасом. Мачкалашени тоже очень много убили. В его деревне приехали из Мачкалашена. Дерис, панен, банен, визикатен, банен. И рассказывали, что там горло резали. Мачк, панен, шатен, панен, дер, мачк. Он точно число не знает, но из Мачкалашена, которые переселились к ним, они рассказывали, что резали горло. Только горло, меня кокорфин. Спане, банане. Это убивали, потом резали. Это неко спане, банане. Да. Или говорит просто, именно ножом. Наверное, валюта. Расметален митер, но из животен дер спанель. Хомбовый, чигите. Он говорит, групповые убийства. Дачмен, если мы с дачмен Степанакерти, мы с мапой с Степанакерти. Он говорит, мы их встретили в Степанакерти, этих беженцев, которые сбежали из села Мачкалаше. Это рядом с монастырем Амарас. Амарас. Мы к ними банасим. Им курис Иван Джуара Сахар, не. Он говорит, у сестры Сахар. Эн Юнантуны. Эстерит, минхайцы, мы пати терай, хоть не идет. Посмотрите, как будто отсюда 150 метров. Не пети, у нас тут тук вева. И на бьё было. Ха, хпетин снадне, курс гнатин, зола пахав, ну, сакам бане. Ека нас ма.
за 150 метров стреляли именно в ее дом. Высе, она высе. Не успела сбежать. А потом? Вече гнаться у снега, как смотрел Хайка, давай у Ютан снега. Побежала к русским? Ха, на пахен, апен, сарани, шуны. Молодцы, что вот эти, например, а сестер Хайка, а сестер у нас баном на... А чин бане, а потом. Да, чин дальше как ходят ворды. Энак чин гетера, стера. Я тоже. Че с астер? Эна стер. Ворды Ереван. Хай Ереван гидим чему хиш бане. А он говорит, что знает только что сестра в Ереване дом. Ереван нет, и чин километр дене. Нет, 50. Вайк, вайкума, вайкума, вайкума. Это не 50, вайк это дальше. Ха, вайкума. Он говорит вайк. Вайкум. Вайк, вайкзор. Ha, vaik, он просто армию не знает. Ну, хай останови, не сечь. Это мне как мне кем он говорит, я два раза побыл. Бановый, еще бадица. Бадицу есть. Мне как мне гейван тем хам, гнапитым атомный спанус, к чем-то там, к чумен, окнумен. Говорит, сейчас я буду искать, кто мне поможет зубы сделать и со здоровьем проблемы. Чекайте. И не знает, что будет дальше. В общем, он в непонятном состоянии. Техченко с гнетем вачапетина, на магаясом хантхумем окнес. Он пошел написать письмо, но примерно я одинаковый, ничего нету. Я один остался, у меня ничего нету, денег не было. Дом потерял. Пап, Микане тая река, мама с укот хатин с понятин. Оба с маной, мамой. И где вам с понятием пишешь? А он говорит, моя мама умерла из-за врачей. Хапен вой, хапен вой баня. А ну, гона вывеса, хапетин с понятием. А, во время коронавируса, поняла. Пуэр капе. Умерла в больнице. Таем Ганзасаре. Сказали, что коронавирус. Хапен. Но у них могилы остались в Ганзасаре. Замик выше, ленин, магнин. Es Grabar was gegangen getrek hat sich Grabar was gegangen getrek kann sagen es ist trecken ha такие золотые парни были говорит погибли те которые помогали населению то есть каждый житель села или какого-то города Арцаха он оборонялся защищал свою землю это не была какая-то армия мы кем ибана семи вот криба играл Хайя иншкан хай гнатен кивижамак зохой. Ха, вопези пананен. Бас эсоз хайянеку туке. Он говорит, столько армяне воевали за свою землю. Маша, Маша, генерал Карабахская меня. Еще раз мы не смогли против турков. Мы все время говорим, хайя иншкан окнум. Теряют землю, и никто не помогает в мире армянам. Не верит, потому что, ну, он до этого тоже говорил, их не политика. Папис, папе. Как будто... Ничего не было. Вот так же он рассказывает, по дороге печенье дали. Стреляют вначале, убивают люди, а потом печенье дают и снимают, что они хорошие. Так, папис, а где папе, наша родина? Элинч. Ничего себе. Мы хаяхтим, хаджурцем, цакан, ничего себе. Если егерс... Да. Ну, мина, мы хаязгы. Мы хаязгы. Бана, мина, инкилан, бана, бана, бас... Тес чимнару. Я Карабах мэркэнни. КПКНК. Микхани тайс хэту. Он говорит, через несколько лет я верю, что мы спасем Арцах. А Карабах, на иностранном языке. Эс сагмэ хорэна, анин, банэ. Это наши все земли. И он говорит, ты то, что осталось в Турции. А ты говорит... Кюрабад не амэ, хакакан хакан. А даже говорит, Кирилл это Ганзак на армянском. Говорит, это все наши земли, они меняют нашу историю. Но он говорит, ну, мечтает, что мы вернемся. То есть это сентименты. Да.